Благословите меня, святой отец, ибо я грешен. И вот какие грехи совершил. Два раза не был на месте, один раз соврал про убийство. И один раз в пятницу ел мясо. Погоди, давай вернемся назад. Как ел мясо в пятницу? Нет, перед этим. Эй, что ты делаешь? Сам смотри, куда едешь, сволочь. Да я же тебя убью, гад. Башку разнесут, ты у меня получишь. Мальчики, повернитесь. Припомни, это он? Но его же все любят. Нет, это не любовь. Его боятся, а не любят. Вот в чем разница. Ты что, не видишь, как я обращаюсь с мальчишкой? Он мне как сын. Да, но он не твой сын, он мой. Что? Он мой сын. Послушай, вали отсюда. А что лучше, когда тебя любят или боятся? Хорошо бы и то, и другое, но это трудно. Я предпочел бы, чтобы меня боялись. Да у нас ничего нет, ни машины, ни денег. И не ори на меня, потому что ты водитель автобуса. Все работяги – дураки. Чему я учил тебя все эти годы? Да, знаю. Учиться в школе, получать сразу два образования. Правильно. Не надо жить, как я. Это моя жизнь, а не твоя. Я иначе не могу. Но это не для тебя. Есть! Another day, another night, I long to hold you.